который за московскую «Динамо» выступает, да и вообще для приезжей команды. Амкарта здесь уже давно играет, свои болельщики, свое поле, и вот следует передача туда, может быть очень опасно, Волков, что он будет делать, удар, и еще один гол, с левой ноги в другую девятку, что творит этот парень, фантастика просто. Вы знаете, он так и будет бить по девятку сегодня, Кирилл, не говорил он вам ничего по этому поводу. 4-0, 68-я минута, Амкар впереди, два гола красавца Волкова, мне кажется, ставит под огромные сомнения успех «Динамо» в этом матче. Посмотрите, великолепный очередной удар уже. Благодарит он болельщиков, которые верили в его появление, ждали его на футбольном поле. 4-0. Какие два удара нанес Волков во втором тайме. Вот если бы даже, не знаю, вот у нас программа «Футбол России» в рубрику «Лучшие голы»...